Итак, что человеку, мужику в моем случае, нужно для кайфа? Ну разве не морозный зимний день в степи с очаровательным пронизывающим ветерком? Of course, если вы за рулем джипа, в данном случае китайского, замечательного и офигнительного, конечно. А вот это не изврат, это уникальный эксперимент, сгенерированный в результате мозговой атаки с простой целью показать автомобиль так, как вам его еще никто не показывал. Да, это не непроходимое бездорожье, хотя по стерне на 2 хай это тоже не каждому. Вы еще не поняли? Внимание на экран. Вот так вот, и совсем не холодно, между прочим. Ну и что, что печка на максиме? Зато я голышом. Надо 10 литр. Эх, девчонки, заходите, мест хватит. Ну а пока слабая половина Магнитогорска наслаждается автострептизом в исполнении более крупного пузана, небольшие комментарии относительно дадиков. Все они собираются в Китае, а не где-нибудь в бредовых болотцах фиг знает какого федерального округа. Да, на дади ажиотажный спрос. Но благодаря нам, любимым, и совместно российско-китайский автопром обязался наладить регулярные поставки этих замечательных папашек и накормить всех тех, кто сохнет по недорогим, но серьезным китайцам. А мы продолжим заниматься делом несерьезным. Так? Эй, извозчик! Какой я тебе извозчик? Я водитель кобылы, а точнее жеребца, да не сетя леден.